7 Юн, РИА Новости. Карьер по добыче мраморной крошки заработал на полную мощность в анклаве Восточная Гута под Дамаском, сообщил журналистам представитель карьера Хазим Дурхам. Ежедневно мы добываем около 3000 кубометров крошки. Отсюда мы поставляем ее не только в Дамаск, но и во многие города вокруг него, ведь это важная составная часть при строительстве, в том числе при производстве бетона, сказал Дурхам. На производстве заняты несколько десятков рабочих. Производство удалось восстановить только после освобождения территории от боевиков. Ситуация со строительством и производствами в освобожденных городах Сирии в корне отличается от положения в городах, находящихся под контролем западной коалиции во главе с США, Раки и Танфи. За несколько лет там не предпринято серьезных шагов для возрождения производств, пострадавших от боевых действий, а гражданское население испытывает острую нужду в рабочих местах. Тем временем, поблизости от Дамаска планируется открытие новых производств материалов для строительства. Восстановление этого региона идет нарастающим темпом. В апреле этого года при содействии Российского центра по примирению сторон территория анклава Восточная Гута, в том числе город Дума, перешли под контроль законного правительства Сирии. Развитие ситуации в спецпроекте РИА Новости.